Интересные факты. Всем привет, друзья! Близится Новый год и наступает пора долгожданных корпоративов. Чтобы после весело проведенных праздников в кругу коллег не было мучительно стыдно, а также чтобы не испортить свою репутацию, предлагаем освежить в памяти, чего ни в коем случае не стоит делать на предстоящей вечеринке. Поехали! Броский костюм. Накануне праздника мучаемся мыслями, в чем же пойти, чтобы все выпали в осадок, и потом долго вспоминали твой костюм, разглядывая фотографии. Одеваясь, помните, что раздобыть машину времени на следующее утро вряд ли удастся, поэтому лучше приодеться поскромнее. Итак, вывод. Не разгоняться и контролировать фантазию во время подготовки праздничного гардероба. Продумываем каждую деталь праздничного гардероба и то, как эта деталь будет выглядеть на снимках. Грязные танцы. Начинается все, как правило, достаточно скромно, но после трех бокалов обязательно включат какую-нибудь развеселую песню, под которую ноги сами пойдут в пляс. Танцуя, не забывайте, что стоп-кадр может быть далек от идеала. Решаясь показать свои танцевальные навыки, стоит обязательно помнить, что злой фотограф подкрадется и запечатлит вас как назло с самого невыгодного ракурса, чтобы потом повеселить коллег, а те смотреть будут уже на трезвую голову и вряд ли под музыку. Вывод. Танцуя, следите за своими движениями. Фотографии в разнузданных позах. И снова папарацци. Завидев уже изрядно выпивших, он обязательно попросит попозировать и показать свое праздничное настроение. Как правило, все стараются максимально раскрепоститься для кадра и исполнить невинную просьбу фотографа, максимально откровенно позируя. Как правило, ничем хорошим это не заканчивается, и впоследствии позеры горько обо всем жалеют. Вывод очевиден. Сдерживайте свои эмоции перед объективом. Сомнительные конкурсы. На свадьбах и корпоративах одна и та же беда – конкурсы от весельчаков-ведущих. Почему-то конкурсы в России почти все завязаны на сексуальной тематике, поэтому прежде чем согласиться поучаствовать, подумайте много раз, ведь не успеете опомниться, как можете оказаться в центре зала, полураздетым и, не дай бог, еще с каким-нибудь яблоком в жопе. Вывод. Перед участием посмотрите, что ведущий приготовил для конкурса, и постарайтесь просчитать возможные варианты. Только после этого соглашайтесь на участие. Пить сколько влезет. Алкоголь на корпоративах льется рекой, и переборщить с ним очень легко. С каждой новой рюмкой или бокалом вина ты все меньше себя контролируешь. Поэтому, чтобы не проснуться на утро с позором, не пытаться мучительно вспомнить, что же ты там вчера натворил, и не краснеть за свои выходки, ограничь себя парой бокалов. Как говорится, коллеги тоже люди, только сволочи, поэтому могут еще долго тебе припоминать. Помнишь, как ты тогда напилась? Что, забыла, как с начальником зажималась в углу? А стриптиз танцует у нас лучше всего Светка. Вывод очевиден. Чтобы не стать объектом сплетен и не быть оклеменной своим позором на вечеринке, контролируй количество выпитого. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки.